Здравствуйте, здравствуйте, работяги. Я понимаю, вы только что пришли с завода, пахали, не покладая рук, и хотите посмотреть качественный материал, да, качественный контент. А вообще идею про этот баг присылал Владислав Купряш. Напомню, что вы тоже можете присылать, все ссылки есть в описании. В чем суть бага? Смотрите, суть бага в том, весь баг в иллюзиях. Не знаю, когда это появилось, может быть до седьмого патча, может быть после. Но, передавая предмет нашему союзнику, предмет блокируется, он не работает на союзнике. Правильно? Правильно, да. Вот мы передали ему баттерфляй, да, коню. Он берет баттерфляй, ничего он ему не дает. То есть, ни атаки, сейчас скорость 139, да, ни скорости, ничего, 139. Ничего не дает, то есть предмет не работает. Но, если мы делаем иллюзию, например, конь ультует, да, то что-то на иллюзии работает, но не все. Само собой, это можно пообузить. То есть вы сами уже подумайте, какие еще предметы можно использовать и как это использовать именно для обуза там с другом. Для этого что нужно? Для этого нужен, например, герой как конь, да, или другой герой с иллюзиями. И любой ваш товарищ, например, там Леон или любой герой, который будет фармить и давать вам предметы. Может быть, даже такой алхимик фармящий, он просто будет в лесу фармить и будет вам передавать предметы. Давайте посмотрим. Ну, вообще, саму недоработку изначально, например, если нам дадут рапиру, да, то есть союзник нафармил рапиру, грубо говоря, и передал нам ее. К сожалению, она не работает на иллюзии, но недоработка все равно есть. Смотрите внимательно. Атака 98. Делаем иллюзии, у них атака 428. То есть, но проблема в том, что атака она не работает, то есть она стандартная у них. То есть здесь ошибка именно в описании, да, что атака 428 не должна быть такая. Но атака она стандартная, то есть рапира не работает, к сожалению. Это было бы слишком жестко. Вот видите, да, дамаг идентичный. Поэтому рапиру собирать смысла нет. Выкидываем рапиру. Но, допустим, нам товарищ, там, саппорт или любой герой собирает, нет, не БФ, а баттерфляй. Баттерфляй нам его собирает и передает. Давайте посмотрим. Как ни странно, но от него что-то работает. Смотрите, мы сейчас имеем скорость атаки 139, да, я создаю иллюзии, у них атака 139, скорость атаки, да. Ну, я так, как у меня, 98, все идентично. Но, если мы берем баттерфляй нашего союзника, который не должен работать, и создаем иллюзии, то у них увеличивается скорость атаки, 203 становится. То есть, должно быть 139, но скорость атаки, она реально увеличивается. Вы видите, да, скорость, разница. То есть, мы видим, что быстрее бьет иллюзия. То есть, опа, видите, как медленно, да? Размах, или его скорость. Пам, 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 пам. То есть предмет, который должен быть заблокирован, он работает. Я показываю на примере Butterfly, но может быть так и с другими предметами, это вы уже сами додумываете. Также это еще не все, работает и у ворота, как ни странно. То есть на наши иллюзии будут работать у ворота, враги будут промахиваться. Делаем. И при этом, как ни странно, да, там нет надписи промах, смотрите, но промах идет. Вот видите, сейчас был промах, то есть урон вообще не нанесли. Промах был, но надписи не было промах. Смотрите еще раз. Опять промахнулся, вы видите, да? Он промахивается, то есть промахи работают. Сейчас попал, да? Смотрите. Попал. 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 Промах. Сейчас был промах. Еще раз. Попал. Попал. Попанал. Промах. Вот. То есть каким-то образом баттерфляй, который должен быть заблокирован, он работает отчасти на иллюзии. При этом работает очень странно. Здесь еще пишет, кстати, что увеличивается дамаг. То есть, например, 98 и у иллюзии 128. Скорее всего, он не увеличивается. Это опять ошибка описания. Но может быть и такое, что увеличивается именно из-за ловкости. То есть, если мы просто поднимаем через рапиру дамаг, он не работает. Но если мы поднимаем дамаг через ловкость, то может быть он все-таки работает. Я как-то проверял, там не очень получается это определить, не совсем понятно. Но скорее всего дамаг то же самое. То есть, если нам союзник, я показал на примере баттерфляя, да, передает предмет и он блокируется,
Этот предмет отчасти может работать на иллюзии. В данном примере я показал, что на иллюзии работает, во-первых, скорость атаки у них увеличивается, во-вторых, работает промах, и при этом без надписи. Это может запутать врага. Спасибо за просмотр!